Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Снегурочка. Очень популярный на новогодние праздники костюм Снегурочка, как для детей, так и взрослых. В нашем интернет-магазине вы сможете найти разные варианты костюма Снегурочек для взрослых и для детей. В голубом цвете, белом, серебряном, синем. Давайте рассмотрим сегодня один из костюмов Снегурочки для девочек в голубом цвете. Велюровая. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Индивидуальная упаковочка. Вот так вот у нас фотография такая Снегурочки вместе с Дедом Морозом. Вы можете посмотреть. И давайте посмотрим, как в реальности у нас выглядит костюм Снегурочки. Что у нас входит в комплект? Комплект у нас входит вот такой вот кокошник светло-голубого, такого небесного цвета, красивый, мягенький. Здесь у нас пришиты пайеточки такие, все блестит, переливается. Вот вы можете на видео это видеть очень красиво. По краю кокошника у нас идет окантовочка такая, тесьма с рюшками такими. Кокошник на резинке у нас тянется, абсолютно на любую голову одевается. Сзади просто белый обычный. И у нас идут две прозрачные ленты со снежинками. Вот так вот это выглядит, которые завязываются в большой красивый бант. Такой, значит, у нас кокошник. В комплект у нас входит платье. Платье не длинное, такое достаточно короткое. Такого же голубого цвета, светло-голубой, как и цвет кокошника. На платье у нас также нашиты пайетки в форме снежинок, вы можете видеть их. По краю у нас также пришита тесьма, вот вы можете видеть. Красивая тесьма. Также у нас на груди пришиты пайеточки в форме снежинки. Прозрачные длинные рукава. На рукавах также у нас снежинки. Рукава у нас на липучке идут. Вы можете регулировать рукава. Сзади платьице просто обычное голубенькое. И оно у нас на молнии. По спинке идет на молнии. И также у нас на поясе завязывается большой красивый бант из прозрачных лент. Такие же ленты, как и на кокошнике. Такие широкие ленты. И в комплект у нас входит вот такой вот подъюбник. Голубого цвета подъюбник. Вот вы можете посмотреть. С фатином. То есть, чтобы юбка была пышная. Вот так вот это будет выглядеть. Она на резиночке тянется. То есть, вы можете одевать подъюбник, можете не одевать. Платье будет и без подъюбника смотреться красиво, и с подъюбником. Уже как вам больше нравится. Просто с подъюбником оно будет более пышное. Вот полностью костюм Снегурочки велюровый. Если вам нравится костюмчик, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.